Всем привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и в этом выпуске расскажу вам об остановке завода BMW. Компания BMW объявила о временном приостановлении производства на заводах Европы, а также на предприятии Rosslyn-VUR из-за коронавируса. По сообщению гендиректора марки Оливера Ципсе, который приводит агентство AFP, перерыв в работе продлится до 19 апреля 2020 года. Компании ожидают негативного влияния эпидемии на финансовые показатели. Прибыль до налогообложения будет намного ниже, чем в прошлом году – 7 миллиардов 100 миллионов евро. Также ситуация отразится и на объемах поставок новых машин по всему миру. Причем речь идет не только об авто BMW, но и о подконтрольных Mini и Rolls-Royce. Завод в Гудвуде прекратит свою работу на 2 недели. А также мотоциклов. По итогам прошлого года чистая прибыль концерна составила 5 миллиардов 22 миллиона евро, что на 29% меньше результата 2018 года. А выручка выросла на 7,6% до показателя 104 миллиарда 210 миллионов евро. Баварский производитель авто стал одним из десятка компаний, которые приостановили выпуск машин в течение последних 2 недель. Ранее прекратили работу заводы Opel, Peugeot, Citroën и DS в США и Renault. Вдобавок не работают предприятия Ferrari, Lamborghini, Seat, Volkswagen и Skoda. У меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!